Что ж, приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Вторая часть по видосам Инет в гараже. Сейчас на дворе прекрасный месяц май. Утро уже конца мая, практически начало лета. И рассказываю про то, как эта антенка стоит над гаражом и выполняет свои функции на все 100%. Уже 2,5 года прошло с того момента, как я ее сюда поставил. Ну что хочу сказать, кронштейн я не переделывал, он так и остался, уже даже проржавел слегка. Вот, он стоит, выдерживает все ветра, все снега, которые тут бывают, и, соответственно, в целом ничего не поменялось, за исключением того, что верхняя часть, где антенна, она немножко уже начинает крошиться, и ручки ее боковые отвалились, пришлось лезть наверх и закреплять это все изолентой. Вот. А так все так же и осталось, все так же и работает. Дома стоит примитивный роутер, который просто разносит интернет по всей квартире. В том числе тут есть кабель, вот этот, он идет до балкона. Сейчас покажу, что там. Ты на балконе, виден немного гараж, но заграждает его деревья. Тут их два, прям на пути стоят. Ну, особо не мешает это передаче данных, насколько известно по замерам. Вот, собственно говоря, тут антенна, про которую я говорил, это панельная антенна, заказывал ее с Алиэкспресса. Это Comfast, брендов много всяких у них существует. Конкретно это какой-то там Comfast, я, наверное, ссылку, если найду, скину. Это панельная антенна, и внутри еще у нее роутер. То есть с нее можно раздавать, ее можно принимать, ее можно транслировать, по-моему, насколько я знаю. Вот, и при помощи нее я смог добиться более-менее нормального приема в гараже, потому что ставить сюда роутер было, ну, прям целиком с антеннами, было не очень хорошая идея. А этот сразу, как бы, вариант из коробки прям завелся и работает прям прекрасно. И причем он работает, не отключается 24/7. Вот. Подключен по стандарту ПППОЯ, насколько я знаю. Это передача питания и данных одним кабелем. Вот он идет в, ну, собственно говоря, в квартиру. Вот такое вот решение, простое, незаметное, и этот вариант пригоден для установки на улицу, что прям прекрасно. Я в своем любимом гаражике, здесь всегда беспорядок, его невозможно убрать, тот, кто знает, тот поймет, творческий беспорядок. Вот, также торчит отсюда кабель, он теперь с удлинителем, ну, он, по-моему, и в прошлой серии был с удлинителем, не помню. И, соответственно, идет в комп. В комп уже другой. Ну, соответственно, вся эта конфигурация другая. Сейчас мы его включим. Он запустится. И через спид-тест посмотрим, что может дать нам деревенский интернет. Я сразу скажу, что здесь, по-моему, ночью до 50 мегабит, а днем до 25. Ну, короче, инет есть, но не самый крутой, не такой, как в городе. Сразу видно, что значок приема Wi-Fi имеет полный уровень, открываем его. И здесь видна надпись «Гараж». Гараж — это роутер, точнее антенна, которая находится над балконом и выполняющая еще роль роутера. Она так и называется «Гараж». Сейчас с помощью сайта SpeedTest посмотрим, что у нас может принять наша антенночка. Повторю, что интернет сам по себе здесь не очень. Ну, 35 мегабит скачка. И около 10 отдача. Ну, я думаю, для гаража, в принципе, это нормально, потому что вот прошло 2 года, 2,5, и так до сих пор никто сюда не кинул ничего. То есть все приходится до сих пор пользоваться всякими мобильными интернетами через модемы и так далее и тому подобное. Что еще хочется сказать по этому поводу? Можно было заморочиться, взять еще один роутер обычный, который бытовой, стационарный, оттуда выковырять старые антенны и поставить туда такую же антенну
как на мачте стоит, на вот этом кронштейне за гаражом, и направите их, соответственно, друг к другу, и получится, должен получиться тоже нормальный прием и нормальная передача. Ну, я, в общем, оставил все как есть, и, соответственно, этим и доволен. Если у вас будут какие-то вопросы, спрашивайте, как что. Ссылку на антенну, по-моему, должна быть в прошлом ролике. Если нет, то она там обязательно будет, я посмотрю. Вы также можете ее сделать, там ничего сложного нет. Единственное, что нужно выдерживать размеры. Если размеры будут неверны, то и эффективность антенны от этого будет страдать, потому что такие вещи, они требуют большой точности. Но я вырезал обычно болгаркой, гнул там этот металл, и в принципе он оправдал себя. То есть из куска металла получилась такая вот интересная вещь. Ну что ж, всем спасибо, то, что посмотрели эти два ролика. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!